Также вам помечу, да, пропустить на ногу серию по установке мода на небо в модерн-бот. Ну что ж, погнали. Надо такое предложение скачать, жестчеватор, открываем его, скачиваем. Так, дальше нажимаем, так, главная страница у вас, download, нажимаем вниз, нет, на три точки нажимаем, на сортировать по размеру выбираем. Дальше вниз листаем, вот, небо, zip, вот этот файл, нажимаем, просто нажимаем, да, и нажимаем распаковать здесь. Дальше у вас вот этот вот, вот этот файл появляется. Вы нажимаете, копировать нажимаете. Дальше нажимаете наверх, вот сюда, вот где download. Дальше нажимаем внутренняя память. Дальше Android, UBB. com.codegames.motherboard. Дальше mine.56.com.codegames.motherboard.UBB. Потом assets, bin, data. И сюда нажимаем вот на этот вот, на эту штуку. Да, нажимаем, и вот. Важно, у вас распаковывается здесь. Все. Распаковалось. Дальше заходим в Motorsport, проверяем. Также забыл сказать то, что небо работает только на двух версиях. То есть на дождливой версии и на зимней версии, а на солнечной, скорее всего, не работает. Ну что ж, погнали. Так, у нас тут загрузка русскими буквами. Если по-английски написано загрузка, то у вас, скорее всего, что-то не так. Да. Ну, очень легкая загрузка. Мне очень долго, точнее, очень легко. Ну да, долго, но легко довольно-таки. Долго загружается. Не знаю, почему с тем это связано, но да. Надо иметь хороший очень телефон для этого, вот, и такие вот дела. Так, загружается у нас MotorDBot, долго очень тоже загружается, может, он что-то как-то с ним, как-то долго он все делается. Так, быстрее давай. Да, долго очень, очень прям долго, да, конечно. Давайте дождь выберем. Такие вот красивые кадры. Погнали. Так, на 9 точим. Поехали. Вот небо такое красивое очень небо. Вот. Так, давайте выберем другую машину. Кстати, физика дождя, по-моему, есть. Буду теперь на дождливый играть. Ну что ж, будем заканчивать на этом серию. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и делитесь видео друзьям. Всем удачи, всем пока-пока.